В Омской колонии прошел турнир по тувинской борьбе «Хуреш». Учреждение носит статус лечебного заведения, но участники состязания выглядели вполне себе здоровыми. За медали и кубки боролись 32 спортсмена. На плацу колонии расстелили настоящий татами. В качестве почетных гостей пригласили известных спортсменов, победителей соревнований по различным видам рукопашного боя. Кстати, Уголовно-исполнительный кодекс запрещает осужденным заниматься боевыми искусствами, но такой вид борьбы, как хуреш, нельзя отнести к этой категории. Здесь нет ударов, удушающих и болевых приемов. Поражение присуждается при касании ковра рукой, коленом или другой частью тела. Спортсменам нужно вывести противника из равновесия. На схватку отводится 2 минуты. Борцы облачаются в рубашку специального покроя. На тувинских соревнованиях перед поединком участники исполняют ритуальный танец орла. В Омской колонии не стали тратить время на прелюдии. Борцы сразу начали раскачивать и бросать друг друга. В каждой весовой категории определили 3 лучших кидал. Они получили медали и кубки. С наступлением холодов в колонии на этом же плацу зальют площадку для соревнований по керлингу и хоккейных турниров.